Всем привет! Сегодня посмотрим, как настроить наш монитор. Некоторые пользователи, и сколько я раз ходил или делал в компьютере, постоянно в этом сталкиваюсь. Сперва можно посмотреть, если у вас есть видеокарта, попробовать с панели начать. Здесь дисплей, там все совместимость, например. Сейчас. Ну, это все. Игры какие у вас идут, можете проверить даже, какие будут идти установки, конфигурации. Так, вот здесь надо автоматически всегда дипнуть, что здесь выбирать или видеокарту, или процессор. Изменение разрешения. Ну, тут так как бы не надо, это в другом месте. Вот здесь у всех стоит, вот видите даже, да, экран даже резкий. И здесь полностью автоматически стоит. Раз, и он как бы здесь можно прибавлять, убавлять, вот так вот делать. В принципе, вот здесь вот тоже цвета можно убавить, угасить и все остальное. Даже видите, как маленько повеселее становится. Вот здесь применяем. Но, может быть, и при загрузке может поменяться, потом просто-напросто вот так поставите по новой и поправите все. В принципе, все. Так, есть второй вариант, то же самое. Параметры экрана на десятке, вот на этой так делается. На 16-й, подождите, на 15-й версии маленько по-другому делается. Вот, а здесь вот тоже масштабирование, вот 25. Ну, как бы при установке 25 нету, может быть, значки маленькие-маленькие такие быть. Хрен разберетесь. Потом здесь вот раз ставите разрешить, например, ставите, например, 100 или 120, это, ну, смотря как применяем. А потом здесь будет написано, что перегрузить надо будет. Ну, не перегрузить, а выйти. Примените, выйти просто-напросто, и все, и вам как бы все на место встанет. Тут смотрите, как начнут цвет, ну, все остальное тут сами разберетесь. Ну, всем пока, подписывайтесь, жду.